До старта миссии 3 дня на Марс. О! На Марс. Детали экспедиции. А ну, давай глянем. Первая в истории экспедиция на Марс. Первая в истории экспедиция на Марс начинается. С 8 по 21 апреля НППО «Перспектива» отправляет на Красную планету отряд лучших космонавтов. И ты один из них. Цель миссии – расшифровать сигнал, поступающий от таинственного астрономического объекта. Для этого исследуй особые зоны, в которых сигнал звучит максимально четко. Они появляются по одной и в определенное время. Твоя задача – оказаться в них первым и удерживать там марсоход как можно дольше для стабильной трансляции сигнала на Землю. За это будут начисляться очки, которые делятся поровну на количество марсоходов в зоне. Поэтому не стесняйся выталкивать другие машины, чтобы вырваться вперед. Активные действия тоже вознаграждаются. Стреляй в марсоходы, скидывай их со скал или в кислоту. А главное, повеселись. От этого все только выиграют. Объект будет активнее передавать сигнал, копипаста от Wargaming. Ты заработаешь больше очков. И не переживай за экипаж. Инженеры НППО «Перспектива» сделали все, чтобы ни один участник экспедиции не пострадал. Но опять же, рубая регион этого, этого не видел, поэтому для них это новое. Практичные стильные машины с дистанционным управлением, которые будут выполнять всю работу. Созданные из легких и прочных материалов, они запросто лавируют по марсианским пустошам и совершенно не боятся урона. Уничтожить их могут разве что кислотное озеро или падение с обрыва. Твое основное орудие — импульсная пушка. При попадании в другие марсоходы она отправляет их полетать. Куда? Решать тебе. Дополнительно каждая машина оснащена ускорителями для убойного тарана и якорным щитом, который надежно пригвоздит ее к земле и не даст улететь за горизонт. Хочешь большего? Время от времени объект выбрасывает на Красную планету усиление. Они наделяют марсоход необычными способностями для эффектного и эффективного устранения других марсоходов. Барьер сделает тебя в прямом смысле неприкосновенным для остальных машин. Залп превратит импульсную пушку в барабан. Плазменный луч раскидает марсоходы в разные стороны. Главное, не стой близко, а то и тебя зацепит. И самое необычное, что можно встретить на Марсе — настоящая черная дыра. Установи ее вместе скопления машин и наслаждайся зрелищем. Если будешь стоять слишком близко, сам станешь частью этого зрелища. За участие в режиме и выполнение ежедневных задач начисляются очки события. Они заполняют шкалу прогресса. За каждый этап полагается что-то очень ценное. Боны, кредиты, личные резервы, дни танкового премиум-аккаунта, космические облики и контейнеры «Марсианская порода», которые ты также можешь достать в премиум-магазине или клиенте игры. В разделе «Товары с Марса» контейнеры можно приобрести за золото или как контрабандный товар за 100 тысяч кредитов. Ого! И цена оправдана. За кредиты? Награды в них могут оказаться очень редкими. О, даже премиумные самые танки? Удачливые. Даже премиумные танки, ни хрена себе! А, стоп! Стоп, это за кредиты контейнеры. Да, контейнеры марсианской породы — это за кредиты. И в них максимум, что может выпасть, это... О, инструкция на малошумку. Инструкция на прицел и на турбину. О, это нам надо. Что еще? О, хорошо, вероятность выпадения следующих наград. Экспериментальная закалка, турбина и наводка. А еще может выпасть контейнер «Редкая руда», из которого можно выбить Кари, Бизона, 703 вариант 2, АМБТ, ТЛ-7 и Чифтен прототип, и Астрон Рекса. Ебать жир! Ебать жир, вот это жир. Но, конечно, вот это вот скам на мамонта, блять. Контейнер, внутри которого контейнеры. Бля, это такая матрешка. Это просто пиздец. Бля, Лесто, это просто шок.
Лесты — это просто, ну, типы, блядь, просто типы. Просто контейнеры, внутри которых контейнеры, блядь. Скоро будет контейнер, внутри которых контейнер, внутри которых контейнер и внутри которых контейнер, блядь. Просто четверная матрешка. Самые удачливые получат настоящую инопланетную разработку. Танк «Рудный барон». Или не менее ценный контейнер «Редкая руда», который можно добыть только из марсианской породы. В нем тебя гарантированно ждет золото, свободный опыт и один предмет из списка полезного имущества. А если... Ну, прикольно, на самом деле. Если звезды будут особенно благосклонны, то, ко всему прочему, ты сможешь получить тематические элементы кастомизации... В любом случае, прикольно. ...технику 8 и 9 уровня. Прикольно в том, что ты можешь за серебро купить контейнер, за серебро, 10 штук. Как бы, я-то понимаю, каждый день их можно покупать. Похер, 10 штук можешь все равно купить, и все равно кому-то выпадет контейнер, и кому-то из этого контейнера выпадет примтан. Просто, ну, типа, по-любому такое будет. Это прикольно. Списка полезного имущества. А ну, если такое. Звезды будут особенно новый уровень казино. То, ко всему прочему, ты сможешь получить тематические элементы кастомизации и редкую технику 8 и 9 уровней. Всегда приятно привезти такой сувенир с другой планеты. Ну что, командир, инструктаж окончен. Вперед, космос не ждет. Ну, слушай, гении, блядь, просто контейнер в контейнере, блядь. Это только... Это новый уровень байта на донат. Контейнер в контейнере, блядь. Это вообще шок. Так, ладно, окей. За успешное выполнение всех задач вам дают 40 контейнеров, 600 бон и всякие другие плюхи. Ну, это нормально. В марсианской породе содержится премтанк. О, так подожди. Так в марсианской породе все же есть премтанк. То есть в марсианской породе есть по-любому премиумный танк. Прикол. Слушай, это нормально. То есть бесплатно можно выбить премтанк. Это хорошо. Рудный барон. Или рудный. Почему рудный? Ну, слушай, прикол. Блин, ну слушай, какие имбы вообще падают? Бизон, Астрандрекс, МБТ. Вот это фулл имбы. Вот это все, чтобы вы понимали. Вот количество имб, которые падают из контейнеров редкая руда. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть имбо-танков. Шесть. Причем... Еще падает не такие как бы говняные, да? То есть, ну, вот это вот, типа, средние танки. Два средних танка падает. И шесть имп падает. Это вообще шок. Это что за жир? Жирчайший. Типа... А их можно покупать? Именно вот эти контейнеры. Вот эти контейнеры. Редкая руда. Их можно покупать? Я просто не совсем понимаю. А, тут смотри, тут еще пишут. Гарантированная награда. Если после открытия 39 контейнеров редкой руда так и не выпал танк 8 или 9 уровня, с 40 он падает. То есть не с 50, а с 40. Ну, типа, нормально. Только вопрос, а можно ли их именно покупать? Именно вот эти контейнеры. Привет, друзья! На связи Тимур. Помните, чему мы научились в программе «Искра»? Пришло время применить знания на деле. Ученые из НПО «Перспектива» обнаружили на Марсе неизвестный объект. От него поступает сигнал, который нужно расшифровать. Сигнал усиливается, когда вблизи объекта происходит активная деятельность. Для этого у нас есть марсоходы. Тебе предстоит управлять одним из них. Раскроем эту тайну Вселенной вместе. Вперед! Ну, слушай, прикольно, в любом случае. В любом случае, интересно, прикольно, кайфово.
Но что еще более интересное, прикольное, кайфовое, вы можете найти по ссылке в описании или по баннеру в описании. Это мой магазин shop.neru.gg. Первый киберспортивный магазин в игре «Мир танков», где вы сможете приобрести эксклюзивную, уникальную продукцию команды Enemy. Черные и белые. Исключительно два цвета. Футболка со 100% хлопком, черное, белое, поло, худи, брюки, спортивные штаны, киберспортивные рукава для того, чтобы было кайфовее и приятнее играть, для того, чтобы рука не скользила и при этом не потела. Плюс дополнительно бутылки для воды, конкретно большие кружки для пива, чая, кофе, что угодно. Вот. И все это с доставкой во все страны СНГ. Доставка по России осуществляется абсолютно в любой город. Все, что нужно знать, это выбираете себе размер, нужный вам, смотрите по размерной сетке для того, чтобы не обосраться с размером, который вы заказываете, читаете эксплуатацию, условия, вот, футболка 100% хлопок, точно так же и все другие материалы, все другие продукты, исключительно из 100% хлопка или премиумных материалов, выбираете то, что вам больше всего понравится, выбираете там всякие там, например, белые худи, белые поло и, например, там джоггеры, да, добавляете в корзину и заполняете, соответственно, информацию, которая вам нужна. Вот, заполняете и здесь, соответственно, пишете пункт получения, выбираете доставку от СНГ, вот, по СНГ, вот, выбираете там, например, Минск, да, Минск, и доставка теперь доступна абсолютно везде. Везде абсолютно. Пишите имя получателя, например, Ваня Пиво, и комментарий к заказу, который вы хотите. Вот, также вроде бы в Казахстан тоже можно. Казахстан. Во, смотрите, можно. От 10 дней будет идти и делаться. Соответственно, состав киберспортивной команды Enemy выступал с данным мерчем на играх будущего. Ребята показывают хорошие результаты, выигрывают отборы, будут выступать на легендарной семерке на лане в Москве в апреле. И здесь вы можете все найти. Поэтому переходите по ссылке в описании, заказывайте то, что вам интересно, ознакомьтесь и кайфуйте от классного киберспортивного шмота. Все ссылочки находятся в описании. Переходи, бери!